Всем привет, вы новый влог. Значит, мы сегодня идем в кино с Ярославом. Я ему сейчас иду к машине. Садимся. Здоровка. Что делаешь? Типа поездка в кино? Мой новый влог. Мы едем в кино? А ты нет. Давай как снимают вот так вот, тупик. Понял, это отсюда. Итак, значит, едем. Значит, заехали на заправочку, да, значит. Да, я. Заправимся. А потом? А потом в кино. Мы едем, а ты нет. Нас там ждут 10 человек. Ну ладно. Нас ждет только вахтер. Ждите меня, я к вам вернусь. А вы нет. Все, пошел. Это самый лучший день. Дождь. Видео. Самый лучший видео, который снятый на теле. Фон. Сейчас нас тетя заправит. И мы будем чалить. Куда? В Сити. Для чего? Смотри. Что? Кино. Надо пристегиваться. Надо пристегиваться. Это ваша безопасность. Да? Заводи. Лиха хотела, вот ты залетела. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Выключи. Так красивее. Стой. О, где мы? В сити-центре. Вон, покажи, сити-центр. Что херово, видно как? Я стесняюсь снимать, поэтому на. Поэтому я буду снимать. Всем привет. Мы с вами Артём и... С вами Артём и Ярик с Владиком. А где Артём? Потерялся. Тихо. Ланцер. Уж какой! Агрессивный. Я сейчас телефон заберу, ты выключи быстро, паузу. Ух, паузу. Ужас. Что там, Толян? Кино пришел? Почему? Потому что... А где мы сидим? Там. А ты нет. Сейчас у нас... Ну, так яблочко будет. Так, что мы сделали? Мы посмотрели фильм... Какой? Дэдпул. Не, давай нормально. Ладно, мы посмотрели фильм. Ну, серьезно, нам по 18 лет. Мы прошли. Ты снимаешь небо. Face Control. Вот так оттяни прямо вообще. Вот. Мы посмотрели фильм Дэдпул. Смешно. Ярика пускать не хотели. Потому что у Владика не было паспорта. Сказали, что за малый. А я показал права. А Владик сказал, у меня нет документов. В общем, делаем вывод, что? Что? Дэдпул получается. Это Человек-паук, только... Ну, короче, долбоёб. Вот. Вот, подходим уже к машине. И, в общем, мы всрали 55 гривен, да? Ну, каждый. Да, нет, ещё что-то. Так хавку. Я хоть калории кушал, да? Сейчас мы едем. А я снимал неправильно, понял? Надо же боком снимать вот так. О! Сейчас, на лобутово. Да. Паром. Штанах. Сейчас мы поедем, отвезем денег и поедем в Макдональдс. Ростик, мы тебя уделаем, у нас больше подписчиков будет, да? Да. Где припев? Ладно, ждем припев. Интересно, видно тебя или нет? Но я не
Он главный экспонат. Опа! Бутенах, нах, и в охуительных штанах на лабуто. Восхититель, а бутенах, нах, и восхитительно. Новая полиция работает, в принципе, да? Every day I'm hustle. Чё пришёл? Какой ёпт? Рассказывай. Где это? А вот. В другую сторону. В другую сторону. Рассказывай. Ну всё, едем. Куда? Везде. На дорогу вот смотри. Ну, солнца не видно, говорят. Здесь не видно. Так, мы будем проезжать сейчас. Можем сидеть там сфоткаться. Мы можем сфоткаться там. Мы сфоткаемся там. Эта улица называется. Называется. Ярик немного в Need for Speed переиграл, поэтому как бы тут, да. Мы на смотру приехали. Пали. Что, развернуться там? Давай. Только... Так, пацаны на сходке. А мы тут главное, как бы, да? Давидыч там не отписал в ЛС? Хорош. Флаг Украины. Ну понты, ну без этого никак, Ярик, что это ж хорошо. Они заценили. Это театр. А это театр черный. Типа с машины надо выходить? Возле пацанов? Не, вообще там где-то. А, давай. Там просто район классный, да? Здесь да-да-да-да. Чтоб наверняка больше кофе, меньше молока. Это куфака, меньше вайса, больше кабака. Я все реже по музеям и чаще по кабакам. Наша страна широка, моя походка легка. ЕКБ, МСК, не путай берега. Жди в своем городе, где-то после четверга. Куда не летят самолеты, точно едут поезда. Ну да, походу так и надо. И последние два года я все чаще бываю за МКАДом. Кратко, сестра таланта, он... Я боюсь выронить. В ладоши для Вити, Максима и Лёши. Автомат Калашникова так и ебошит. Хочешь, чтобы... Бля, уже закрылся. Да. Горизонтально. Почти попал. Ну, я всегда в такт попадаю, как надо. Еще с родительских спать. Все, домой. Способность спать. Все. Закончилось. До кольца снимаю. Значит. Сейчас там будут красивые фонарики. Видео лизали. Да? Ты пока можешь сказать, что наших подписчиков. Которых нету вообще. Их нема. Наши три подписчика. Мы передаем привет. Три это кто? Я, ты и мама моя. Ну еще может Рости Снайдс подпишется, да? Не-не-не. Мама
от него отпишемся просто. Да я уже отписался. Я тоже. Я просто пугаюсь. Все, кольцо мы проехали, да? Говори. Говорю. Пика.